В январе миссия столкнулась со 100 препятствиями в сфере свободы передвижения на территории конфликта. За 80% этих ограничений ответственны так называемые ЛНР и ДНР. То есть где-то 60 случаев препятствий это был полный отказ в доступе к определенным объектам. За февраль уже было зарегистрировано около 60 ограничений свободы передвижения. Еще раз хочется сказать, что большинство из них происходят на территории, неконтролируемой правительством.